Если не предоставлять сотруднику отпуск в течение 2 лет, работодателю грозит штраф. Но что делать, если работник сам не хочет идти отдыхать? На самом деле непредоставление ежегодного отпуска в течение 2 лет подряд запрещено. И я советую предотвращать ситуацию, когда работник отказывается уходить в отпуск по графику. Для этого необходимо ежегодно утверждать график отпусков. Это официальный документ, и работник обязан уходить в отпуск в периоды, закрепленные в таком графике. Поэтому, если сотрудник отказывается отдыхать, его можно привлечь к дисциплинарной ответственности, в частности, оформить замечание или выговор.